Что, один вопрос, и я убегаю. Итоги этой части сезона для «Зенита», скажите, пожалуйста. Ну... Могло бы быть лучше, вот, но пока на первом месте, завтра ждем игры с Краснодаром. Краснодара, вот, но должны и можем лучше. Почему так тяжеловато все-таки вот складываются игры? Нет легкости, какой-то куража, может быть, что? Есть. В этом году мы поменяли схему. Угу. 5 защитников, это все 4 года, мне кажется, играли. Угу. 4, вот, и все уже знали схему эту, кому как взаимодействовать. Вот, я думаю, немного не притерлись. Да, многих стран, многие не на своих позициях играли. Угу. Там, особенно вот, Мандуа, насколько я помню, ну, справа в защите играл. Вот, и, ну, много разных факторов. Вот, я думаю, ну, больше, наверное, что они привыкли к схеме. Свое выступление как оцените? Выжили сейчас сколько процентов? Я? Да. Да я полсезона пропустил. Mm-hmm. Ну, тоже худшие, считаю, моем отрезке в «Зените» эти полгода, потому что, ну, травма, первая такая травма, она так долго, на такой долгий срок. Вот, но все равно вышел, парочку добил, вышли все равно на первое место, поэтому есть куда стремиться. Планы на отпуск? Хорошие планы, глобальные такие, пару стран посетить, съездить, так что и в горы, и на пляж, все вместе. Ну, хорошо вам отдохнуть, спасибо большое. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 7-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или